кровать, раковина, туалет и маленькое окошко, в которое мы, в отличие от Алексея Навального, видим Староместскую площадь. Мы рассказываем историю, которая кажется не очень понятна многим в Европе. История о том, что происходит с теми, кто протестует против Путина, против его коррупции, против его преступлений, против его войны. Потому что мы часто видим вот эти наивные благоглупости. Типа, да почему вы просто не выйдете все, значит, в России на митинги и Путина не свергнете? Ну вот почему. Можно вот там на минутку зайти, ощутить это, и такие вопросы будут меньше возникать. Je to pro nás důležité, abychom vyjádřili podporu Alexeji Navalnému, ale nejen jemu, všem politickým věznům, kteří dneska v Rusku jsou zavřeni, ruské občanské společnosti, lidem, kteří smýšlejí demokraticky a lidem, kteří tam dneska trpí. Если что,